It's like waiting for the sky to crash down on me. It's like waiting for the sea to swallow me up. It's like waiting. Традиционно в этом году у нас открытие второй входной группы со стороны Карла Маркса в сквер. Сроки были сжаты, но ребята сделали все качественно, быстро. Я думаю, что получилось даже более симпатично, чем со стороны Ленина. Потому что уже опыт, опыт и еще раз опыт. Это первый студенческий, это 1 сентября. Год на России признан год русской культуры, поэтому мы решили не отходить, скажем, от общей канвы и сделали наш праздник тоже, скажем так, в русско-народном стиле. Здесь много анимационных площадок, мы сделали две таких фотозоны, это фотозона добра и зла. В одной сидит Кощей, в другой царь, то есть все как положено. Также есть святые ремесленники, где можно прийти, где что-то поделать своими руками. Пожелать что-нибудь студентам на 1 сентября? Студентам на 1 сентября не буду желать ничего. Потому что желать им что-то бесполезно, каждый студент поступит по-своему. По-моему, золотые слова.